Новая система оплаты госслужащих запущена в пилотном режиме в 4 госорганах. Это агентство по делам государственных служащих, Министерство юстиции, акиматы города Астаны и Мангистауской области. В рамках проекта предусмотрена бальная система, по которой будет начисляться заработная плата. Кроме оклада будут присутствовать бонусы. Их размер составит не менее 4 окладов, которые будут выплачиваться в конце года. В Казахстане данным методом начисляют зарплату в 174 частных компаниях. Стоит отметить, что цифровизация предусматривает и постепенное сокращение числа госслужащих. У нас буквально 1 января было 4444 служащих. На сегодня у нас, мы сейчас подводим, мониторинг ведем, отчет собираем, но на 1 июля у нас было 4400 служащих, то есть на 44 сокращение произошло. Насколько будут сокращены государственные служащие, такой цифры я сейчас вам сказать не могу, так как это право предоставляется, я же сказал, в соответствии с указом предоставляется руководителям государственных органов. А вот что ответил Булат Исаков на вопрос о возможном внедрении в области проекта по отказу чиновников от служебного транспорта в пользу такси. Этот проект в данный момент внедряется в Астане. Это тоже один из вариантов, который рассматривается, но его необходимо просчитать, насколько это, во-первых, и экономически, насколько это выгодно. Второе, насколько это скажется на оперативности, на эффективности деятельности государственного органа. То есть любое сокращение, либо вот то, что мы говорим, оптимизация подведомственной организации, либо оптимизация штата и каких-то функций, она не должна сказаться, самое главное, на эффективности работы госоргана. Государственные органы должны все свои функции исполнять в полном объеме. Отмечается, что по новой системе оплаты труда специалисты акиматов сельского округа смогут получать порядка 120 тысяч, а руководители областных управлений – до 500 000 тенге в месяц. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.